Если всю надежду свое возложить на Господа, то Он непременно доведет вас до конца. Сомнения в этом не допускайте даже на волос. Святитель Феофан Затворник. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст.